Открытие детского сада, отремонтированного и оборудованного за счет средств Северского трубного завода, стало настоящим подарком для города и его воспитанников. Сегодня, спустя 2,5 года после торжественной сдачи объекта, детский сад успешно развивается. На сегодняшний момент отдается приоритет безопасным условиям пребывания воспитанников в дошкольном учреждении. И вот сегодня точно я уже могу сказать, что Северским трубным заводом были созданы не только комфортные, но и безопасные условия пребывания детей. Воспитательный и образовательный процесс в этом детском саду организован по программе Васильевой «Воспитание и обучение в детском саду» и дополнен множеством авторских программ и технологий, сформированных за 2,5 года успешной работы педагогов, рассказывает заведующая детским садом номер 34 Наталья Харина. В детском саду проводятся групповые и индивидуальные занятия с логопедом, занятия музыкой и ИЗО. Педагоги детского дошкольного учреждения активно используют в своей работе с детьми такую форму познавательной работы, как игры, в процессе которой малыш учится и познает новое. Красные сапожки, мы тебя полили, ставили танцевать, заставили. А это уже результат творческого и индивидуального подхода к каждому воспитаннику. Попечительский совет помогает 10 лет школьникам и дошколятам, наши полесские ребята. Вы помогли вы нам открыться и внесли сюда свой вклад. Все мы очень благодарны за прекрасный детский сад. За 2 года работы, что работает детский сад, в его стенах сформировался профессиональный коллектив, состоящий из молодых, позитивных педагогов, любящих детей и свое дело. «Мы постоянно учимся, повышаем свою квалификацию», рассказывает Наталья Владимировна. Главной целью педагогов было и остается создание и сохранение максимально комфортных условий, созданных попечителями для развития и обучения маленьких воспитанников. Педагоги позаботились и о том, чтобы каждая из 6 групп были отличными по оформлению. К этому учебному году воспитатели и родители создали в каждой группе вот такие вот настенные картины. Наталья Харина обязательно просит отметить, что попечительский Северский трубный завод позаботился не только о внешнем облике здания, но и внутреннем оснащении. В игровых зонах современная и стильная обстановка. Сегодня она уже дополнена и новой мебелью. Кроме этого, современное оборудование. Попечители нам оборудовали прачечную современным оборудованием. Значит, было приобретено и стиральные машины, да, и приобретены были сушильные машины. Духовочный шкаф новый, плита, мясорубка, столы, посуда, ну все новое. 10 лет существует попечительский совет, и наше образовательное учреждение неоднократно обращалась с помощью о выделении средств дополнительных для развития образовательного учреждения. И сегодня я хочу пожелать членам попечительского совета прежде всего здоровья, финансовой стабильности. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, новости нашего города.